А вот ловим мидий. Это 80 гривен килограмм. Как чуть дороже алюминия. Почем алюминий у нас на приемке? 65 гривен. А мидии 80 гривен. Как ты говоришь, дружище, кто их любит? Девочки, да? Все. Все любят вот такие вот. Это дефицит. Белок. Чистое здоровье. А ну-ка давай мне крабика сюда. А крабики... Ах ты скотина! Почем крабики? Крабики это горы моря. Крабик это бонусы. Такого малыша мы пожалуйста. Это своего рода фильтр. Да, вот так сбоку брать, да? Крабика мы, конечно, отпустим. Да. Отпустим крабика. Давай обратно в морька. Оп! Полетел. А мидии будут жрунькать женщины. Да. Совсем не аппетитные. Стремные какие-то. Тут еще даже присутствуют, смотри, эти шершавые червячки в мидиях. Чтоб ты знал, что когда ты ешь мидию, может и такая штука попаться. Видишь, какая колючая.